что-то новенькое! Тортик! Спасибо! Мне достанется тортик! Да это же Яндери Симулятор, дамы и господа! Хава всем, с вами как всегда Фокс Нео, и буквально только что вышло обновление для Яндери Симулятора. Я так предполагаю, что Яндери Дев сделал какую-нибудь новогоднюю фишечку, но я могу ошибаться. Я сейчас выпишу себе все, что он тут наобновлял, и мы все это посмотрим. И в целом я прямо с меню вижу, что появилось что-то новенькое. Появился демо-чек-лист. Что это такое? Давайте мы это откроем и... Вау, какие спецэффекты пошли. Демо-чек-лист. А, это у нас получается способы устранения осаны. И, видимо, когда мы будем ими пользоваться, они будут помечаться галочкой или типа того. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь, потому что это было бы круто. Знаете, это были бы как некие ачивки, которые стоит выполнить. Вот я бы всем этим воспользовался. И да, это ачивочки прямо. Вот собери 10 труселей, что-то сделай с 10 студентами, накопи 1000 бачей, вот это будет сложно. Экипируй 20 видов оружия. Да тут целая куча вещей, которые можно сделать, и которую я еще не делал. Я, к примеру, не копил деньги в этой игре, потому что это бессмысленно. Так, больше ничего нового в меню я не вижу. Давайте начнем новую игру. Нет! Где мои сохранения? Нет! А, только не это. Черт возьми. Сохранения удалились. Блин. Ну, ребят, это кошмарный кошмар. Это прям полный кошмар, потому что вроде как... Чтобы затестить все, нужно убить Асану. Ну, либо победить ее, выгнать из школы, сделать с ней что-то. Так, в комнате ничего нового я не вижу. Все как обычно, никаких новиночек. Ну да, ничего нового. Пойдем в школу, я очень надеюсь, что он как-то модернизировал школу, добавил новогодних штук, потому что Рождество скоро, Новый год скоро. Стоило бы немножечко обновить все это дело, самую малость. Это не так сложно, модеры каждый день выпускают... Рискины игры. И нет. Ничего нового. О, hint enable. Чё это такое? Воу! Он добавил адекватное расписание. Боже мой, как этого не хватало. И он даже подписал, чем будут заниматься люди конкретно в это самое время. Ага, и это все у нас связано с Асаной. Ну, в основном. Интересно, интересно. Я теперь могу знать, чем занимаются чуваки. И вот явно требуется перевод. Потому что, ну вот текста, посмотрите, сколько снизу. Это ж с ума можно сойти. Окей, это интересно. Так, давай. Давайте сразу нафармим себе немножко панцу, потому что они нам еще пригодятся. Так, простите, дамочки, не обращайте на меня внимания, я не успел ничего сделать. Не-не-не, обращайте на меня внимание, все нормально. Так, сфоткали. Немножко панцу у нас есть, панцу нам пригодятся. Я просто профессионал в этом деле, он еще же добавил какую-то новую фишечку. Стой, 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 во-во-во, сники панцу шот. Опа, сработало! Это просто гениальная фишка. Давайте еще разочек попробуем. Опа, сработало. Идеально, я просто... Гений панцушотов. Ну, вроде всех зафоткал. У меня есть, по идее, 50 панцушотов, да? Я прав? Я прав, инфочан? Да, я прав. Но мы должны как-то истребить Асану. Это хреновые новости, на самом деле, потому что это займет целую серию, и это просто кошмар. Ну, как мы это сделаем? Может, мы просто ее отравим как-нибудь? Черт возьми. Ну, тут я ничего нового не вижу. Что у нас появилось еще нового в меню в этой? В этом меню ничего нового, хотя... А, ну расписание очевидно. Его я уже видел, еще он изменил подсказки, как вы видели. Давайте мы попробуем еще что-нибудь сделать, чтобы у нас появилась подсказка. Да, подсказки теперь выскакивают справа, и вы можете либо открыть подсказку, либо ее не открывать. Никак раньше, ничего на экране не выскакивает, ничего не бесит. Все адекватно, все классненько. Нам нужно, по идее, сфоткать сэмпай, чтобы я мог пропускать время. И да, подсказки теперь удобные, но не совсем понятно, что именно хочет нам сказать подсказка. Потому что hit enable. Что за хинт? Непонятно. Окей, выходим отсюда. Так, не обращайте на меня внимания, я малость сумасшедший. Вот опять, hint enable, но это я уже видел. Зачем мне это по новой показывать? Давайте я сейчас немножко остановлюсь и посмотрю, что еще добавили. Так, добавили ежедневные задания у инфочан. Этого мы еще не видели. Добавили демо-лист в меню, это мы видели. Так это просто демо-лист, все-таки это не ачивки. Вот это грустно. Добавлено расписание в меню паузы. Это мы тоже видели, это очень круто. Изменено обучение, да боже мой, я почти все обновления
я посмотрел за первые 2 минуты. Видимо, этот ролик будет идти 5 минут, потому что ничего нового не добавили особо. В основном фиксили старые штуки, которых не хватало. И полностью была изменена функция комплимент. Она у нас заменена новой функцией пообщаться. Так, что это за функция такая? А ну-ка, давай я с тобой пообщаюсь. Ну вот, socialize. Вау, интересно, интересно. То есть я могу общаться на различные темы теперь. Хорошо, давайте мы скажем, что вот эта вот штука позитивная. Окей, все, тебе нравится? Вот так вот. Я люблю это. Ты тоже это любишь, да? У нас с тобой все окей, все классно. Он такой, о, да, я тоже люблю эту штуку. Получается, мы можем теперь втираться в доверие к незнакомцам. Ну, давай мы с тобой пообщаемся. Ну, давай скажем, что мы любим котиков. Вот. Я обожаю котиков. А ты любишь котиков? Как ты относишься к котикам? М? Что думаешь насчет котиков? О, она тоже любит котиков. Ну, все на самом деле любят котиков. Это немножко читерно. Ну, вот эта вот фишка клевая. Давайте я еще почитаю, что мы с этой фишкой можем делать. Ага, новая система разговоров используется также для сплетен. К примеру, Кудере, я не знаю, кто это, любит читать. Если вы скажете Кудере, что Асана ненавидит читать, Кудере будет меньше думать об Асане и будет способствовать распространению хреновых слухов о ней, что нанесет ущерб репутации Асане. То есть мы можем буквально подговорить всю школу, чтобы она начала распространять слухи об Асане и таким способом выгнать Асану из школы. Это очень и очень круто, и мне нужно как-нибудь истребить Асану, чтобы перейти к следующей части этого обновления. И вот это вот на самом деле самое сложное. Мы можем просто атаковать Асану, да, оружием, а? Офигенная идея, когда рядом ходит Райбару. Может ее поджечь? Это вроде элементарно. Или утопить, или сбросить на нее что-нибудь. Я вроде на нее ничего не сбрасывал. Охренеть, как много всего нужно сделать. Нет, спасибо, давайте мы ее подождем. Да, это вроде звучит легко. Я, по идее, могу даже без твоих подсказок все это реализовать, но хорошо. А, нужно избавиться от Райбару. Блин. Нет, избавляться от Райбару, это на самом деле не так сложно. На один день можно от нее избавиться. Хорошо, сделаем дистракт Райбару на один день. Мы должны найти Будда и принять его задание. Вот я на самом деле даже не знаю, стоит ли вам это показывать. Ну, потому что я уже столько раз все это дело проходил. Будда у нас находится наверху в бойцовском клубе. И еще бы вспомнить, где находится этот сраный клуб, потому что я очень давно не играл в Яндерку, уже, наверное, месяц. Так, он должен быть здесь, но его здесь нету. Где же Будда? О, фейк реакшн. Я совсем забыл, что это добавили. Фото сэмпай я не сделал, твою-то мать. А, Будда, ты уже здесь? Ты Будда? Инфо, тебе можно, пожалуйста? Ты кто такой? Ну да, ты вроде Будда. Да, это Будда, ему нужно... Не-не-не-не-не, я готов принять твое задание! Ты все неправильно понял. Так, топикс. Задание, таск. Мне нужен твой таск. Я его принимаю, я приведу тебе Райбару. Не переживай. Давайте мы найдем Асану. Где она вообще у нас? Ее, видимо, нужно тегнуть. Давайте ее тегнем. И теперь я ее вижу. Ну, Асана, тебе как бы кранты. Мне нужен какой-то очень быстрый способ, чтобы избавиться от нее. Потому что я не хочу бегать и полчаса избавляться от нее, чтобы вам показать какое-то мини-обновление. И, по-моему, Райбару у нас начало пролагивать. Райбару! Что значит ты занята? Ты идешь по лестнице! Чем ты занята? Да твою-то мать. Ну, хорошо. Блин, надо сэмпай все-таки сфоткать. Где у нас сэмпай находится? Сэмпай! Ты где? А, вон он там сидит. Общается. Вы, видимо, решили учиться. Хорошо, давайте я поучусь прямиком с вами. Выучим биологию! Ха, это ведь так весело! Ха, hint enable. Да, хватит мне показывать расписание. Да Райбару, мать твою, ты мне нужна, чтобы поговорить с тобой. Хватит болтать с этой прошмандовкой. Посмотри на нее. О чем ты с ней разговариваешь? А о чем? Посмотри, она просто пролагивает. Я вижу ее изнутри. Все, поговоришь со мной? Да ты не можешь со мной разговаривать. Посмотрите на нее, какая прошмандовка ЧСВшная. Ладно, я подожду, пока ты со мной захочешь разговаривать. Я сейчас просто возьму нож и убью ее, понимаешь? Ты меня выведешь. Ты меня реально выведешь, да? Но мне нужно все это организовать сегодня. Давайте я немножко это все подрежу. Да нет, я не буду это подрезать. Посмотрите, как она вальяжно идет. Просто как черепашонок передвигается. Я не хочу это терпеть. Верните мне мои сохранения. Блин. О, ну давай. А, они идут кушать, конечно. Кушать, это очень важно. Да-да-да-да-да. Кушать, кушать. Ты жрешь теперь, да? Не можешь поговорить. Сушины свои жрешь. Что, вкусно тебе? Что, почему я такая странная? Почему ты такая странная? Почему ты со мной не разговариваешь? Объясни мне. Я вижу твою лысую бошку и вижу, что у тебя нет мозгов. Ну вот, мы опять появились. И как мне истребить эту проблему?
шмандовку! Я с ума схожу. Вот буквально все мои планы были разрушены об очередные баги со сраными сохранениями. Потому что он добавил какой-то ивент, который разблокируется после смерти Асаны. А чтобы убить Асану, нужно целый час сидеть, страдать херней, потому что за 5 минут ее убить не получится. А теперь у меня еще пролагивает Райбару. Я вот уже второй раз вне записи пытался с ней поговорить. А, все время занята. Все время что-то у нее там происходит. Можно я домой отошлю просто? Иди в сраку, Райбару. Давай я о тебе инфу запрошу. Инфа-чан. Инфа мне нужна об этой прошмандовке. Райбару. Я не помню, могу ли я ее отослать домой, но если могу, то стоит это сделать. Я готов свои панцы на это потратить. Давай. Send home. А, она не может ей манипулировать. Твою мать, у нее телефон выключен. Да, телефон у тебя выключен. Ты мразота такая. Ладно, будем ждать. Хорошо. Ну, давайте посмотрим, о чем они там общаются. О, книжечку. А, поддержишь мою офигительную книжечку. Кстати, я совсем забыл. У инфочан появились ежедневные задания. Может, мы ими займемся сегодня? Баунти. Награды. Ага. Ежедневное задание. Интересненько. Есть какой-то Руита и Понга. И он пообещал своим родителям, что он не будет играть в видеоигры в школе после 5 часов вечера. Но если у тебя будет фоточка, как он играет в игры, мы сможем как бы это самое манипулировать им. Так что пришли мне фото, как этот Руита играет в игры на своем смартфоне после 5 часов вечера. И я дам тебе 50 инфопоинтов. Да, вот чем я сегодня займусь. Мы будем выполнять это задание офигительное для получения инфопоинтов, пансу, так сказать. И блин, вот можно это все как-нибудь скипнуть? Добавь сраную кнопку для скипа всего этого добра, потому что я уже столько раз это слышал. Но это... Давайте, что? Ты представляешь, я общалась с ним, и посмотри, какая я страшная и уродливая, а? Чё такое? Тебе что-то не нравится? Что, хочешь поговорить потом? Супер, это просто замечательно. Ты мне рейтинг испоганила. Понимаешь, у меня репутация в минусе. Иди отсюда, прямиком сквозь Райбару. Так, хорошо. Я испортил им их офигительный диалог. Едем дальше. Кстати, если у вас есть сохранение с убитой Асаной на новой версии, пришлите мне их, пожалуйста, в мою группу ВКонтакте, чтобы мне в следующей серии не пришлось мучиться. Чего вы ждете? Вот вы общаетесь, вы ничем не заняты. Не, это точно какой-то баг, но я точно помню, как я с ними общался, пока они просто стояли, пердели здесь. По идее, Асана сейчас отойдет. Нет? Нет, она в первый день отходит. Ну, значит, они ничем не заняты. Почему я не могу с тобой разговаривать? У меня задание. Боже мой, 100 заданий. Вот Яндери Дев действительно решит добавить все 100, потому что, ну, это прям целый челлендж будет пройти все 100 заданий. И только не говорить, что у меня задание нафиг сбросилось. Где оно? У меня нет этого задания. Я должен его заново брать? Просто потрясающе. Обожаю, когда он выпускает обновление и что-то ломается. Либо я сломался, и я тупой. Это тоже не исключено. Вы тоже имеете полное право написать об этом в комменты, что Фокс, ты тупой, второй день они общаются. И долго они будут стоять, пердеть. Чуваки, у меня задание. А? А? Неужели? О, убежала, все. Так, инфочан, у меня важное задание. Убить Асану. Давайте мы попробуем скинуть ее с крыши. Смотрите, какие у нас тут есть шаги. Первый шаг. Избавься от Райбару. Готово. Второй шаг. Узнай темный секрет Асаны. Готово. Шаг третий. Используя буллетин борт near the shore locker. Что это вообще значит? Короче, нужно найти ее локер. Но это легко. Так. Вот ее локер. Тегнем. Супер. Подбрасываем записку. Поговорим о сталкерах сраных. Теперь мы говорим о Сане, что кто-то подбросил ей сраную записку. Че это она сама побежала так резко? Куда? Ты совсем с ума сошла? Не понял. Ты куда? Я тебя что, домой отправил? Это что, шутка? Только не говорить, что она резко бежит домой. Ровно в тот момент, когда ей подбросил записку. Супер. Она убежала домой. А че? Ладно, попытка номер 1875. Фух, боже мой. Ладно, будем ждать, будем делать все заново. Я, видимо, пока кликал на все возможные кнопки, отправил Асану домой. Почему-то Райбару мы домой отправить не можем. А Асану запросто. Это ведь так важно, взять и отправить ее домой в тот самый момент, когда мы должны от нее избавиться. Ну, в принципе, мы ж избавляемся от нее. Она идет домой, сэмпай с ней не общается. Просто супер. Хорошо, опять беру у тебя задание. Да, все. Теперь опять ждем. Говорим с Райбару. Да. Просто кошмарные вещи происходят. Теперь узнаем темный секрет. Супер. И у нас даже есть 5 минут, чтобы подбросить гребаную записку. Так, теперь я ищу локер спокойно. Встретимся на крыше через 5 минут.
Супер. Финиш. Теперь говорим о Сане, что кто-то подбросил ей сраную из-за... Божечки ты мой, обожаю обновления. А Сана, там просто какой-то кошмар. Ты не поверишь, но кто-то подбросил тебе записку. Знаешь, такая девчуля в школьной форме с темными волосами, с хвостиком, с маньяческим лицом и абсолютно без эмоций. Сработает? Скажи, что это сработает, иначе я с ума сойду, это сработает. Окей, давайте я ее тегну и будем следить за ней. Что-то я потратил на это больше 20 минут, хотя это можно было сделать за 5 минут. Скилл тупости не пропьешь, это правда. Так, Асана побежала на крышу. У меня игра начинает жутко лагать, хотя вон 140 FPS, но что-то не чувствуется. Асана, ты где? А, ты уже здесь. Ну, Асан, прости. Как бы я не хотел. Ой, я мусорку забыл подвинуть, ее тут найдут. Ай-я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 й. Вы прям мимо мусорки. Черт, кто-то должен рассказать об этом учителю. Но я, если что, ни при чем. Так-так-так-так-так-так-так. Ну все, мы избавились от Асаны. Идем в класс. И задание выполнено. Мы можем посмотреть на обновление. О боже, она умерла. Какой кошмар. Как здесь это произошло? Непонятно. Так, ну что ж, теперь мы должны пойти скипнуть этот потрясающий день. Да... Божечки ты мой, у меня игра начинает просто жутко пролагивать и вылетать. Да, убийство, все зарепортили. А, блин, я теперь не могу учиться, потому что убийство зарепортили. И что мне делать? Так, вроде они не знают, что это я. Вы ведь не знаете? Нет, супер. Идеально, просто идеально. Потрясающе. Все сделал. Крышу у нас оградили. И по идее сейчас должен начаться ивент. Да, мы ее истребили. Вот здесь должна появиться кнопка для ивента. Где она? Кнопки нет. Где кнопка? Не поняв сейчас этого чета. Так, да, я знаю, что я истребил Асану. Я это делал ради одной сраной цели. Чтобы у меня разблокировался ивент, а он почему-то не разблокируется. Он должен появляться в меню выбора дня. По крайней мере, так было написано в обновлении. Но... Это самая неудачная серия по Яндере Симулятору за всю нахрен историю. Так, я скипнул еще один день. Посмотрим, что будет теперь. Ну, по идее, у меня теперь разблокируется дебаг меню, которое мне очень и очень нужно. Так. Идем домой. Да-да-да-да-да, все просто супер. А где концовка, кстати говоря? Почему мне концовку не показали? Я что-то пропустил? Смотрите, нет никакого ивента. Меня обманули. Это определенно самый неудачный день. А ну-ка, давайте я выйду в меню. И попробую сделать это отсюда. Загрузить игру. А, у меня почему-то ничего не изменилось. Не понял сейчас этого. Я, то есть, должен пройти игру на хорошую концовку, чтобы разблокировался ивент? 2 hours later. Вы даже не представляете, что я пережил, записывая этот сраный видос. Вот вы это смотрите как одну цельную серию, но... Ни хрена подобного! Это 3 серии. Первую серию я записал с багами, вторую серию я перезаписывал, опять убивал Асану, и игра просто вылетела. То есть, в первой серии у меня не запустилась катсцена, когда я прошел всю неделю, почему-то она... Вот прям так и было. Неделя заново началась. Второй раз я все прошел, дошел до конца недели, у меня начала проигрываться катсцена с сэмпаем, и игра вылетела, крашнулась, и сохранение удалилось! И вот в третий раз, когда я сел уже сам поиграть вечерком, я смог досмотреть все это дерьмо, и снизу появилась надпись «Амайи, мать его, челлендж, давайте, покажите мне». Хо-хо-хо-хо-хо, это не финальный экспириенс. Да мне насрать, я хочу просто поиграть в это. Боже мой, я записываю это видео больше 3 часов. 3 часа, Карл, записывать сраное обновление, которое состоит из 2,5 пунктов. Ладно, все. Хватит бомбить. Успокойте меня, пожалуйста, лайком под этим видосиком. Мне его сейчас не хватает как никогда. И я надеюсь, что это будет интересный челлендж, потому что я пережил адский ад, чтобы дойти до него. Так, и ни хрена не изменилось. Нет, но только не это. Блин, ладно, давайте осмотримся. Может быть, что-то все-таки изменилось. У меня слезы начали течь. Какой кошмар. О, что-то новенькое! Тортик! Спасибо! Мне достанется тортик. Bake sale. Точно! Амайи же у нас работает в кондитерской. Так, мы, видимо, должны будем истребить Амайи. А вот это уже интересно, но...
Я 3 часа играл. Опачки, вот она Амай у нас. Здравствуйте, вот она ты. Я должна тебя истребить, получается. Ты, то есть, даже не учишься в нашей школе. Ты просто придешь сюда выпечку продавать. Хотя, по-моему, она все-таки учится в школе. Они с сэмпаем встречались когда-то в кулинарном кружке. Ну как встречались? Они виделись там. И она приходит у нас сюда. И серьезно, я должен буду убить ее в толпе? Или есть какие-то варианты, чтобы отвлечь ее там, знаете? Подсыпать яд какой-нибудь. И, конечно, когда я пришел взять нож, это прошмандовка рыжая сюда пришла, да? И давай, проваливай отсюда. Вали! Все. Умница! Замечательно! Я попробую сейчас прирезать Амайи. Посмотрим, что из этого получится. Это все равно самая неудачная серия по Эндере Симулятору. У нас других вариантов нет. Я думаю, мы можем ее утопить 100%. Можем поговорить с ней? Нет, мы с ней поговорить не можем. Есть еще какой-то мужик. О, у него есть задание. А, это placeholder task. Не-не-не-не-не, иди в сраку со своими тупыми заданиями. Окей. Вокруг Амай целая куча народу. И я должен ее буду как-то здесь убить. Поджечь ее не получится, она вроде как не двигается. Это все очень интересно и загадочно. Я думаю, мы посвятим целую серию убийству этой Амай. А пока что... Блин, я хз, что с ней делать? Как ее отвлечь? Реально, что-то отравить нужно? Какие варианты можно придумать, чтобы ее прибить в толпе? Я понятия не имею, вот реально. Записку ей подбросить мы, по идее, не можем. Ну, потому что мы с ней поговорить-то и не можем. Она продает свои сраные кексики. Амай, тегнем ее. Она не может защищаться. У нее хорошая репутация. Она готовит в своем офигительном клубе. Подбросить ей записку маловероятно выйдет. В идеале, конечно, выучить ее расписание. Я не думаю, что она реально весь день стоит. Я думаю, она ходит в туалет или типа того, или общается с сэмпаем время от времени. А, возможно, она свалит, когда наступят уроки как раз-таки. Но это что, мне 20 минут тут ждать начала уроков, начала занятий? Скучновато, если честно. У меня камера почти разрядилась. Вот эта вот коробочка скоро выключится совсем. И я не смогу вам показывать свою прекрасную реакцию на убийство этой дамочки. Так сказать, да? Ну что ж, подождем, пока начнутся занятия. Посмотрим, разойдутся все или нет. Потому что если все не разойдутся, то убить ее физически невозможно, так как меня все время будет кто-то палить, и меня будут загребать в полицию. Ждем, я тут пока круги понарезаю, а для вас пройдет сейчас опять 2 секунды, а для меня сраный час. Так, занятия у нас начались, и я был прав. Амай у нас уходит на занятия. Я могу с ней поговорить? Нет, даже сейчас я по какой-то причине не могу с ней разговаривать. Давайте выясним, в каком классе она обучается, потому что это офигеть. Офигеть, как важно. А во время уборки она тоже будет свои сраные кексы продавать. Потому что мне бы хотелось с первого раза ее логично прибить. И за ней вот этот чувак прям ходит. Меня это напрягает. И стоило ему отойти от нее, как появилась консул. Ну, прям все продумали. Идеально. О, может, я ее убью, пока она будет одна в классе? А давайте попробуем. Так, 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 так. Ну, сваливай уже отсюда. Сейчас другие ученики придут. Ты мне всю малину пор. А! Она учится в одном классе с консулом. Да вы издеваетесь, прости. Опачки. Оп. Ну, я ее убил. Задание выполнено. Просто дзинь! Просто супер. Ну, она прибита. Класс. Это была самая неудачная серия по Эндере Симулятору. Самое неудачное обновление. Что ж, если вы хотите серию, в которой мы будем прямо целенаправленно искать способ убить ее незаметно, то ставьте лайки. Давайте попробуем собрать под этим роликом 7000 лайков, чтобы следующее видео не заставило себя долго ждать. Подписывайтесь на канал. Ну, а с вами сегодня был Фокс Нео и... Пойду чилить.